Если вы не угадаете, что это, этот подарок вы не получите. Нет! Ну, там легко угадывать. Это какой-то заболевший дед. Да, у тебя появилось. Ксения, осторожно, тяжелая. Открывайте, это вам будет очень сложно тоже догадаться. Ну, тут сразу понятно, что... Смотрите это видео до конца. В конце вас ждет конкурс. Детки, доброе утро. Доброе утро. Ты уже знаешь, да? Ты уже глазки закрываешь. Ну-ка, 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 ну-ка. Давай, 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 быстрей. Где твои подарочки? А? Угадала, правильно. А где у Макса? Макс. А Маргариту с Ксюшей кто звать будет? Я. А Маргариту с Ксюшей надо звать? С Рождеством, подарочки открывать. К Марго. Быстрее, 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 быстрее. Так, ну что? Это большое кому? Ксюша с Маргаритой сейчас помогут открыть Максу и Каролине, а потом у Ксюши и у Маргариты, а потом у девочек будет челлендж. Какой? Хотите челлендж? Да. Девочки, вы будете открывать подарки с закрытыми глазами. Если вы не угадаете, что это, этот подарок вы не получите. Нет! Ну там легко угадывать. Так, ну что, где, давайте позовем дедушку Мороза, Санта-Клауса. Санта. Дедушка Мороз. Hola, niño. Yo voy a dejar los regalos. Это какой-то заболевший дедушка Мороз. Este regalo es para no, mí. No, pero yo... ¡Carlos, está tomando este para mí el regalito. ¡No! Este regalo es para ¡Oye! Mí. Ладно, все, начинаем. Начинаем, начинаем. Макс, открывай, открывай, быстрее, быстрее. Кто первый, быстрее, быстрее. Рапина, рапина, рапина. Para guardar sus cinturas. Да, это косметичка. Para а у Макса? Для чудо. Да, у Макса попался ланчбокс и бутылочка. Да, потому что Макс скоро пойдет в садик. Да, потому что... Para agüita. Следующий. Бутылочка. Давай. ¡Ey, papi Choy! ¡Eso es Sky! Sí, eso es para la escuela todo. ¡Eso es Sky! Mira, eso es todo para la escuela. Каролине, да. ¡Eso es Sky! A ver, это, вам, это вам для садика, для школы. Там бутылочка. Каролина, открывай, там что-то есть внутри. Cuidado, te voy a poner aquí tu cosa de la escuela. Aquí. Это Sky! Эй, мир, Макс, там интересно. Ну все, вы готовы идти в школу? Ну-ка, открываем. Что это? Это что? Это подушки. Только их нужно раскрыть. Это подушка. Они без воздуха. Открыть? Да, их просто нужно открыть, и они наполнятся воздухом. Они приплюснутые. Вот. Макси, смотри. Ты будешь спать на подушечке, смотри. На, держи. Давай, давай, открывай, открывай. Макси, давай, давай, давай. Что это, Макси? Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, быстрее. Быстрее, фонтана. Да, у тебя не было такого, да? Этого, которого не хватало. Да. А если не лотени? Но. Но. Этого, этого у Макса не хватало. Собачонка. Помада. Это в косметичку положи, в косметичку. Это как его зовут? Ну-ка посмотрим. Это
Это блестящая, мама. А что это? Шкатулка. У меня такой пенал. Это шкатулка? Да. А у Макса 50 машинок. Обалдеть. Это авто есть Макса? Смотри. Где-то. Вау, Каролина. Да, нужно аккуратненько. Да. Смотри, вот здесь вот ты будешь красить глазки, губки. Это помады. Да, вот тут глазки, это ногти. Да. Ты можешь делать себе маникюр. Так, а у Макса здесь 50 машинок. А теперь большие подарки открывайте. Все неосторожно, тяжелое. Ну что, открывайте. Это за кем, Каролина, что это? Барби. Барби. Это домик для Барби. Да. А у Макса любимый Пау Патрул. У Макса щенячий патруль. На кнопочку нажми, он там поет. Макси, смотри. Ты такой хотел? Да? Как у Мауяна. Так, ну что, девочки, готовы? Да. Закрываем глаза. Запомнили? Вы должны будете угадать. Все, открывайте. Не видно вам ничего? Нет. Так, если ты, Маргарита, уже знаешь, молчишь, будете вместе отвечать. Потому что они у вас одинаковые. Щупайте, трогайте, не знаю, открывайте. Okay. Уже понятно, что это, да? Да. Это, да. Что это? Бутылочка. Молодцы, угадали. А что там сыпется? Плёски. А почему они не высыпаются? Потому что она двойная. Правильно. А что там написано? Smile, sparkle, shine. Мои все равно грязные. Грязный. Так, все, убираем в сторонку, закрываем глаза. Вы угадали, значит, этот подарок достается вам. Я думала сначала, что поздравляю. Это слаймы эти маленькие. Нет, что это. Угу. Открывай. Трогайте. Я узнаю. Что это? Угадали? Да. Маргарита угадала? Вау. Максим. Да, Карина. Что это? Сумка. Не открываем еще глаза, закрываем. Рюкзак. Это еще не все, да. Рюкзак, правильно, вы угадали. Рюкзаки ваши. А теперь открываем кармашки и говорим, что там внутри. Нет, мочу. Ну, это холодное. Это холодное. Это... Да, я знаю. Карета кома. Мия! Кома рапито. Ой, а что это? Я уже знаю. Ну, щупай. А все. Это... А это не знаю. Если хочешь, можешь открыть. Карлина. Окей. Можно не открыть? Да. Ты угадала? Да, я знаю. Это лаки. Это лаки, это попсок. Я поняла, ту камеру. Ура! Девочка! У меня такая кошка. Да. Правильно угадали, девочки. Мира, а ты? Мира, а ты? Так, теперь закрыли глаза опять. Закрыли глаза. Закрыли. Закрываем глаза. Открываем и угадываем, что в рюкзаках. Окей. Oh my God. Нет, это... Это не пойдет. Ну, это уже понятно. Что? Что это такое? Говорите, что это? Это пилу. Это пилу, а это...
Соль для ванны. Я Нойма. Молодцы, угадали, все угадали полностью. Так что вы получите. У нас то же самое. Да. Это я хотела. Это у нас есть. Ну еще будет. Да. Это спрей, это крем. Это не пенка, это крем. Наш первый спрей. Да, а вот это спрей. Это уже спрей для тела. Так, ну что, складывайте все в рюкзаки обратно. Я. У Маргариты и рюкзак заметила с чем? Да. Чем? А у Ксюшки с донатсами. Распаковываем. Это. Ну говорите. Чехлы. Правильно. Да. Мама, спасибо. Круто. Смотри. У тебя такой же, который был на iPad Touch. Нравится? Покажи киви, какая она, как настоящая. Бургер. Мне с такой нор. Это с единорогом. Папинок. И тоже блестящий. Ну вот это вообще, вот прям у тебя какой был, такой я как увидела, думала... Она сразу захочет это. Я сразу, когда я тронула, я чувствовала, что здесь такие штуки, которые я... Догадалась, что это чехлы? Но я тоже. Открываем. Это... Я растола. Боя укорона кахита по вордагу ма. Что это? Боя укорона кахита, брать, ну что ты Это... Вайшина, Сеня! А это что такое? Ну думайте, да, щупайте. Мира. Ну что, готовы? Да. Раз, два, три. Кепка и эта штука. Ну как сумочка маленькая. Да, как сумочка маленькая. Правильно. Ну то же самое. Ты думал, что ты стришь? Донат. Да, это такое было. А где у тебя еще донатс? Вот он. На рюкзаке донатс. О, Маргарита, а что там написано? Единорог сегодня, русалка завтра. Так что ты сегодня единорог, правильно? А завтра русалка. А я сегодня донат. Открываем. Что это? Я знаю, что это. Это тоже блокнотик. Какой-то блокнотик. А второй? Тоже блокнотик. Это блокнотик. Правильно. Открывайте. У меня обезьянка. У Маргариты зайка. И оно на замочке, чтобы у вас были свои секретики. А это, да, это можете там писать что-то. У меня почти. Он сыпется. Здесь сыпется, а здесь не сыпется. Нет, здесь просто. Угадали опять, Каролина. Ты накрасилась уже? Не видно что-то? Ну-ка, покажи. Покажи. Ты губки накрасила? Все, открываем. Ауч. Я сильно запечатала. Открывает, он открывается. Это то же самое, как... Можно говорить? Ну щупай, открывай. Какое круто. Ау. Что, угадали? Я знаю. Раз, два, три. Косметичка, как у Каролины.
Ну, не совсем как у Каролины. Правильно. Я думаю, как у Каролины. У вас еще маска для сна есть. А я думаю, что это? Сначала думала, что это единорог на этой. Правильно, опять угадали. Круто. Только она у вас уже более для постарше. Да, постарше девочкам. И только два дерева. По-моему, здесь есть этот лайнер, по-моему, или что это? Или это тушь, я не знаю, что это такое. А это тушь. Только я не знаю, зачем сюда положили помаду красную. Вы будете красной, но она такая малиновая, красная, не знаю. Спасибо, мама. Пожалуйста. Угадали опять. Угадали, Каролина. Давай, неси, давай. Вот у меня такая детская. А ты ногти не хочешь покрасить? У меня такая детская, и у нее эти детские штуки. Угу. Все, закрываем глазки. У нее три отдела. И маска для сна такая перевита. Мам, я хочу ее сейчас надеть. Я тоже. Ну, надевай. Все, это кошечка. Открываем. Я знаю. Подожди, Маргарита узнает или нет? Маргарита, давай. Понятно? Поняла, что это? Ну как это? Маргарита! Ты хочешь потерять подарок? Форму. Догадалась? Что, говорите? Да. Раз, два, три. Пупси-какашка! Пупси-какашка. Потом будете открывать, давай. Дальше закрываем глаза. Вот все, поехали. Вы игра в Армении? Я не помню, что это. А это вам нужно открыть, если ты не знаешь. Это брауни от мамы. Да, ты можешь открыть, достать, потому что она в коробке. Ксюша догадалась? Маргарита, ну-ка. Папа, хватит вас. Догадалась? Ну что, отвечаете? Раз, два, три. Наушники. Правильно. Не знаю. У меня панда! А тебе это? У Ксюши все с пандой. Я как увидела панду, я сразу поняла, что ей понравится. Потому что он... И у тебя попсоки мне тоже вещи, панда. Мне вещи от панды все нравятся. Они такие милые. Теперь у вас просто когда девочки слушали музыку вот с этими наушниками от... Больно. Да, им больно очень и было ушком. А теперь будет удобнее. Есть тоже такой чехол и попсок. Уменьшить можешь? Уменьшить. Конечно, можно меньше сделать. Больше, меньше. Круто. Я догадалась. Сразу, когда нащупала? Потому что я тоже хотела... Все, закрываем глазки. Ну, я сказала, зачем с меня уже есть эти. Мне неудобно, они постоянно падают и ушки болят. Открывайте, это вам будет очень сложно тоже догадаться. Открывайте. Мам. Это ты должна открывать. Полностью открывай. Карточка. Да, я знаю. Знаешь, что это? Маргарита. Да. Говорите, раз, два, три. Пилюка. Коробка. Угадали. А тут еще и полотенце, представляешь? Круто. А почему они серые? Ну, потому что. А розовая не было? Нет, не было розовой. Но они одинаковые, просто в розовой точно такой же, коробка просто разного цвета. Да, и полотенце. Да, и полотенце тоже от Белу. Чем пахнет? Мне руки трясутся. Чем пахнет? Как сказать? Ой, как вкусно. Это знаешь, что такое? Это крем. Крем, ну, в общем, для душа тоже. Не понимаю, что это. Это крем для душа. Здорово. Silver Sparkle. Pink Sparkle. Да, у вас остался один подарок.
Еще один. Ну, у Ксюшки один подарок, который уже как бы это не то, что она его не знает. Все, закрываем глаза. А, если я не слышу. Закрываем глазки. Коробку ты все равно должна в уши открыть. Только не подглядывай. Ты тоже, Маргарита, открывай коробку. Щупай. Я знаю, что у Маргариты. Знаешь, Маргарита? Я знаю. Догадалась, что это? Машинка. Какая? Шить. Швейная. Тебе нравится? Портнихой будешь. Теперь будешь нам зашивать одежду. В общем, папа помог, потому что она... Там столько много коробок. Доставай, пакет открывай. Это какая-то палка железная. Подожди, подожди. Ну давай, давай, вытаскивай пакет. Еще другой щупай. Пап! Догадываешься? Хорошо. Готова? Да. Что это? Телескоп. Правильно. Yes! Ксюшка давно мечтала, чтобы у нее был телескоп, и она хотела смотреть на звезды. Потому что я думала, зачем? Что я знала, что... Да? А это не поняла еще? Нет, ну потом я знала. Ты поняла по ножкам? Нужно было оставить, чтобы ты это угадывала. Ну что, я вас поздравляю. Вы угадали все подарки. Да. Вы угадали все свои подарочки. Да, на солнце нельзя смотреть, видишь? Очень опасно. Только ночью, только ночью. Вы угадали все свои подарочки. Я вас поздравляю. Это они все ваши. А, Ксюшечка, у тебя еще один. Если тебе так и не хочется, открывай. Сразу понятно, что это. Это мой телефон. Это твой телефон. Зачем мой телефон дарить? Зачем телефон тебе дарить? Твой? Ну, не знаю, открой глаза. Мы его отремонтировали наконец-то. Мы его наконец-то отремонтировали, потому что Ксюше он был весь потресканный. И теперь у нее целый телефончик. На. Теперь у тебя не будет трещин на экране, от которых ничего не было видно. Давай, мери чехлы. Ну, он такой большой становится. У тебя будет прям как планшет, наверное. Здорово. Круто. Девочки решили поменяться вот этими чехлами, потому потому что, да, вот этот вот чехол, он на черном просто некрасиво смотрится, а вот это вот лучше, а вот это будет смотреться на розовом, как раз у Маргариты розовый, я что-то не подумала, у Маргариты как раз розовый телефон и будет красиво смотреться. А вот тут машинка, да, вот здесь все ты будешь смотреть, все инструкции, как что делать. Тут да, вот это тоже подходит, смотри, как хорошо. Мне бургер нравится. Бургер? Косточки. Закончили с подарками? Нет, пистолет. Что больше всего понравилось? Машинка и пупси. Все, наверное. Нет, все. Все, все. Все понравилось. Каролина уже накрасилась и ногти накрасила, да? Ну что, ребята, а теперь конкурс совместно с каналом Jessie Movie. На эту капсулу.
Absolute Love. Это новинка. Here it goes. А условия конкурса очень простые. Нужно быть подписанным на наш канал и на канал Джесси Муви. Поставите этому видео лайк, написать комментарии. Я участвую. И то же самое сделать на канале Джесси Муви. Ссылочку на их видео мы оставим в описании. Вы должны будете перейти на их видео, тоже ставить лайк и написать «Участвую». Итоги конкурса будут через 2 недели на канале Джесси Муви. Ну что, кто хочет выиграть эту куколку? Участвуйте!